Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про то, как переделывают арту, а именно ее нерфят, поскольку у нее что-то отбирают, а взамен ей ничего не дают. Ну и это довольно-таки плохо со стороны того, что аудитория у картошки в плане артоводов довольно-таки большая. И сейчас артоводики уже такие типа: ой, все, играть не хочу, игру бросаю, что-то картошечка меня начинает напрягать. И в целом, что хочется сказать про арту. Как обычно, будет чисто сугубо мое мнение, и я скажу так, как есть. Есть две вещи в арте, которые напрягают всех игроков больше всего. Это ненужное оглушение. Оглушение, которое не приносит кайфа ни тем, в кого попало это оглушение, ни тем, кто наносит это оглушение. Разве что повторная стрельба по оглушенному танку у арты будет легче, поскольку по оглушенному танку стрелять легче в плане того, что он медленнее двигается. Больше никаких приколов в плане оглушения нету. То, что Макаров думает, что если человек получил оглушение, у него возникает желание куда-то уехать. Единственное место, куда этот человек сейчас хочет уехать, это подальше от этой игры. Поскольку карты так сделаны, что поменять фланги практически невозможно. Тем более на медленных танках, да и на средних танках не всегда получается поменять фланг. И уехать ты никуда не можешь, потому что мест нету. Карты сделаны довольно-таки по простым шаблонам, просто залеплены всяким мусором из текстурок и все. А карты из себя представляют пару коридорчиков, пару ложбинок там, бугорочек, жменьку домиков. Все. Это все карты у картохи. Ну и речка поперек карты, как обычно, прилагается. Никуда ты не переедешь, у тебя возможности нет. Плюс еще к этому прилагается второе, что очень сильно бесит всех. Когда сделали новую арту и увеличили ей сплэш после патча 9.18, появилась вторая вещь, которая всех раздражает. Это невозможность использовать укрытие от арты в плане того, что она все равно может тебя продамажить сплэшем. И вообще, в принципе, укрытия потеряли свою ценность, такую, которую имели раньше. Раньше арта не закидывала так сильно за дома, за горы там куда-то сплэшем краем не так сильно цепляла. Сейчас у арты сплэш стал побольше, она больше наносит урона сплэшем. За счет этого сплэша и частоты нанесения урона, то есть арте стало легче сводиться, целиться, еще и сплэш увеличился. Только из-за этого у арты и вырос средний урон. Только за счет этого сплэша артоводы сейчас и бесят, и нагибают. И вот это ощущение, что ты играешь, и ты не можешь никуда деться от арты, только там за какими-то сверхздоровенными горами и скалами, которых в игре не так уж и много. Только за ними ты можешь спрятаться, но если ты едешь куда-то и хочешь поиграть, ты спрятаться практически нигде не можешь. И вот эти две вещи, они просто раздражают. Ненужное оглушение, которое понерфили в качестве того, что повторное оглушение теперь будет меньше оглушать. Но ты уже под оглушением, оно вообще никому не надо. Оно просто мешает, бесит. Это токсичность лишняя, которая вообще ни к чему не нужна. И единственное желание, которое возникает, просто выйти нахрен из игры. Куда я там поеду на тяже под оглушением менять позицию? Они что, угорают? Или на СТшке, или на ЛТшке? Да, сейчас меня оглушило, и я поползу на другой фланг. Вы вообще видели, как у вас фланги меняются? Их хрен поменяешь даже без оглушения. Надо пол команды вырезать, чтобы фланг поменять. Куда я там поеду вообще? Это просто жесть. Разработчики мне предлагают, чтобы у меня возникло желание куда-то поехать. Куда поехать? Бой через 2 минуты закончится. Все, я в нем даже не поучаствовал. И вот это ощущение, что ты нигде не можешь спрятаться, оно просто бесит и арта раздражает. Конечно, есть еще помимо арты куча других факторов, которые бесят, но это есть. И оно бесит всех, реально. То, что ты не можешь нигде спрятаться, и оглушение реально ненужное вообще. На мой взгляд, оглушение надо просто убрать вообще. Сплэш арте понерфить, но, опять же, арте и так сплэш нерфят, так как, в принципе, и должно быть. Поскольку в игре либо надо карты делать так, чтобы укрытие имели вообще какое-то рабочее состояние. Либо надо сделать так, чтобы арта сплэша меньше цепляла, чтобы укрытий стало больше. И мы будем себя чувствовать в большей безопасности. Да и когда ЛТшки ездят по полям, арта будет меньше их цеплять.
и светить на быстрых танках под артой будет легче. Но опять же, взамен нужно артоводам что-то дать, поскольку комьюнити артоводов очень большое. И сейчас картошка идет на тот шаг, чтобы забрать и там, в качестве сплэша они забирают побольше, в качестве оглушения они почти ничего не забирают, но взамен артоводам они ничего не дадут. Из-за этого у артоводов упадет средний урон. Это хорошо. Из-за этого у остальных нормальных танкистов повысится возможность больше иметь укрытий в бою. Это тоже хорошо, и ощущения в бою будут лучше, поскольку арта будет напрягать меньше, и шансов использовать укрытие будет больше. Средний урон у арты упадет, то есть мы сможем сами наносить этот урон, который не нанесет эта арта. Но волнения у артоводов будут довольно-таки, наверное, жесткие, поскольку взамен им ничего не дали. И арту просто понерфили и забили. И такое происходит раз в несколько лет, по словам разработчиков. Якобы это типа уменьшение токсичности от арты. Вообще непонятно, нахрен она в игре нужна. Многие говорят уменьшить количество арт в бою. А разработчики каждый год отвечают: мы не будем уменьшать количество арт в бою, потому что тогда каждый бой будет по 1-2 арты. И боев без арты вообще не будет. А нельзя просто искусственно уменьшить количество арты. Просто сделать им искусственно какое-то ожидание таким образом, чтобы в бой попадало именно то количество арт, сколько надо. 1-2 и без арты бои. Без 3 арт. И их просто уменьшится, и артоводы пойдут играть на других классах техники, либо уйдут из игры, либо будут сидеть в ожидании. Да, это, конечно, тоже будет очень негативно восприниматься артоводами. Нерф арты тоже воспринимается плохо артоводами, и оглушение тоже никому нифига не дает. На мой взгляд, картошка в этом плане, в плане нерфа арты, поработала довольно-таки плохо. Она просто сделала то, что раздражало всех больше всего, кроме оглушения, а именно уменьшили сплэш, и все. Что там волнует артоводов, они в этот раз вообще не подумали, забили на них. Мне, конечно, тоже на них все равно, но они сами вырастили такую большую аудиторию артоводов, а теперь просто плюнули им в лицо. Просто такое ощущение, что когда-нибудь плюнут и мне в лицо, когда начнут трогать какие-то другие классы техники. Такие вот дела. Мне кажется, это недоработка. Как нужно было делать? Можно оглушение вообще убрать. Можно было бы еще сделать какую-нибудь устойчивость к оглушению. Допустим, пару раз за бой оглушил, а дальше все. Ну а по факту опять получается, что оглушение нафиг не надо. Мне кажется, когда-нибудь разработчики придут к тому, что оглушение будет вообще не нужно. Либо они его уменьшат до такого состояния, что на него просто забьют. Ну или, возможно, разработчики действительно хотят из арты сделать саппорта, который не наносит урона, а просто оглушает. Ну и сделали бы так. На арте остались бы только те, которые бы реально пытались что-то помогать, но не наносить урон. Я, как любитель средних танков, в принципе, очень рад, что укрытий в бою будет больше, что арта будет меньше меня цеплять. Это, в принципе, хорошо. Но, на мой взгляд, это проблема, которая с артой существует. Они ее не решили, они ее просто запихнули ногой куда-то там в дальнюю полку, и все. И через время эта проблема вылезет снова. И снова будет опять негатив, либо у одной стороны, либо у другой. Они не решили эту проблему. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.